27-летняя Алена Шишкова повеселила 6-летнюю наследницу Алису. Звезда вместе с дочерью решилась на эксперимент с волосами. В самоизоляции Шишкова устроила для Алисы уроки красоты. Девочка вернулась домой к маме несколько дней назад. Ранее она жила в квартире у бабушки. Обладательница титула вице-мисс России 2012 сделала себе впечатляющую укладку. Алену превратила прямые пряди в мелкие кудряшки. Инстадива дополнила стильный образ ярким мейкапом. Шишкова преобразила и Алису. Светлые волосы девочки подверглись легкой и стильной завивке. Модель также подкрасила губы малышки едва заметной помадой. Мама и дочь позировали на кровати. Алиса нежно обняла звездную родительницу на камеру. Селфи вызвало у поклонников восторг. Как две капли воды. Какие куколки, Алиса рядом с вами всегда светится от счастья, дочка хорошеет, маленькая копия мамы, вторая мисс Россия растет. Прокомментировали пользователи Instagram. Бывшая возлюбленная Тимати также показала, как Алиса развлекается дома. Подвижная малышка не может усидеть на одном месте. Девочка вместе с псом Чаком запрыгнула на диван, после чего вернулась на ковер и исполнила забавный танец. Ранее Шишкова поделилась роликом, на котором Алиса кружит по комнате. Наследница Алены и Тимати, привыкшая к загруженному графику балетной школы, пожаловалась на то, что осталась без дела. На выходных Шишкова опубликовала кадры из романтичной фотосессии. Модель снялась в прозрачном платье невесты. Алена ответила, зачем носит дома перчатки. Шишкова опровергла информацию о том, что скрывает под ними подагру.